Рост экономики еще не повод для успокоения. Так сегодня в правительстве премьер-министр Бакыжан Сагынтаев прокомментировал доклад министра нацэкономики. Тимур Сулейменов рапортовал об успехах 4 месяцев этого года и об ускорении роста ВВП до 3,7%. Достичь этих показателей, по мнению министра, удалось за счет потребительского и инвестиционного спроса, а также активности в реальном секторе экономики. Также положительная динамика связана с ростом добывающих и обрабатывающих отраслей, строительства и сферы услуг. Несмотря на позитивные показатели, сохраняется неопределенность на мировых финансовых рынках, поэтому ожидания роста экономики остаются умеренными, предупредил министр. Позитивная динамика за первые 4 месяца не должна создавать иллюзии или предпосылок к тому, что такая же динамика может быть сохранена без активизации работы государственного аппарата. Мы, в частности, наблюдали в течение первых 5 месяцев прошлого года, 2016-го, падение ВВП на 0,2%. Соответственно, у нас до сих пор сохраняется эффект низкой базы. То есть к первому полугодию этот эффект будет полностью исчерпан, и, соответственно, новые источники роста нам необходимо будет изыскивать с тем, чтобы рост, планируемый минимум в 2,5% по итогам года, был достигнут. Кроме того, министр назвал сумму госдолга страны, который достиг 12,3 триллионов тенге или 24,6% от ВВП. Однако, по мнению Тимура Сулейменова, этот показатель находится на безопасных величинах.